Добрый день, друзья! Сегодня будем смотреть вот такой ножичек самодельный, ну, типа зоновского. Ну, опять же, делали и на заводах такой, где угодно. Поэтому, если вы не знаете точно, откуда он, то узнать невозможно. На мой взгляд, очень неплохая моделька, очень хороший вариант. Единственное, он сломанный. Сломана пружина открывающая. Ну, вот смотрите, здесь есть вырез, и даже со сломанной пружиной мы его можем... Ну, раскрыть даже одной рукой, двумя руками это делается вообще без проблем. На мой взгляд, очень неплохой ножичек, он небольшой. Давайте вот так, где у нас... Вот, длина лезвия порядка 5 сантиметров, сам он 8,5 где-то. Ну, если по толщине, то уже вот, ну, в пределах 2 сантиметров. Есть, в принципе, такого лезвия достаточно. Там порезать колбасу, отрезать хлеб, там распаковать какую-то коробку, там посылку. Там проверить товар при получении. Вот. Для вот таких бытовых нужд. Ну, единственное, здесь, конечно, металл дрянь. Ну, если хороший металл так вот поставить. Вот. Дальше есть открывашка. Сейчас пиво в основном такое откручивается либо в банках там, но как бы не так сильно нужна кровашка. Ну, было время, когда кровашка была вещь полезная, какой-нибудь там сок в 3-литровых банках, там еще что-то открыть, там, не знаю, огурцы для закуски. И для повседневных таких вот дел, в принципе, процентов 90 он перекрывает потребности. Можно открыть, таким можно открыть и консерву при желании, бутылку водки, ну, потом сейчас опять же откручивающийся в основном. Раньше надо было подцепить там это, ну, вот. Очень мне понравилась, смотрите, кнопка практически, вот она, видите, не выступает за плоскость. То есть вот она в этом состоянии, когда в одной плоскости, то есть если вот мы вот так вот прижали, он... не открывается и не закрывается. То есть надо надавить именно в глубину, чтобы он открылся. То есть это довольно безопасно для ношения в кармане. Ну, пружина на кнопке, я его разбирал, смотрел, находится не часто делают в конце. То есть вот здесь, сюда нажимаем, а она расположена вот в этой части. То есть это позволяет более, мне кажется, тонкую делать. Ну, накладки. Что еще о нем сказать хорошего? Ну, вот, конечно, металл здесь. То есть, получается, здесь обычный металл. На нем нарезана резьба. Винчен винтик. Так вот, разрезан вдоль, распилен. Ну, там, видимо, накернен. Ну, и туда в разрез вставлена пружинка. Вот, пружинка сломалась. Ну, это вот. Ну, довольно легко починить. Единственное, мне кажется, вот здесь дырочка для колечка не лучше. Я бы сделал ее чуть побольше и посередине. Потому что оно... Ну, здесь можно чуть-чуть скруглить конец. Было, ну, то есть тоже чуть-чуть. Ну, то есть всегда есть к чему стремиться, улучшить. Ну, вот размер, формат, на мой взгляд, очень удобный, небольшой. Не тяжелый, не сильно тяжелый. Вот такой вот ножичек. При этом здесь получится. А, вот он опять же интересно. Видите, он... Ну, по-моему, это все-таки фрезерованный. То есть есть два варианта. Либо когда сгибают лист, вот, получается. Либо когда вот эта часть профрезеровывают. Так, так, так. Дайте сейчас паузу. Вот у меня валяется заготовка, как-то попалась мне фрезерованная. Ну, как видите, вот она, болванка выфрезерована. То есть можно потом подточить, подровнять. Для кнопки, для оси. Вот она все размечено. Вот это, видимо, для темляка. Может быть, здесь как-то его срезать. Ну, вот это, конечно, зря сделали. Что я бы его... срезал вот так как-нибудь, ну, чтобы было удобнее. То есть, ну, может, когда-нибудь доделаю.
Вот, ну это как пример вот именно такого фрезерованного. Ну опять же, вот такая баланка довольно тяжелая, большая. Вот такого вполне достаточно для вот таких повседневных дел. Размеры, ну и вот. Ну вот что хорошо предусмотрели, я не знаю, или это позже сделали, чтобы вот была возможность ухватить и открыть. Если сломана пружина, то это тоже мудрое решение, потому что ничего вечного нет. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи.